На железнодорожном переезде в районе Полярных Зорь прошло профилактическое мероприятие под названием «Осторожный переезд». Место это выбрано не случайно. Именно здесь чаще всего происходят аварии. Железнодорожный переезд на 1195 километре является аварийно опасным. За последние годы здесь произошло наибольшее количество ДТП по сравнению с другими переездами. Две аварии случились в январе и еще одна в августе. Причина всех ДТП – несоблюдение правил дорожного движения. Поэтому сотрудники Кандалакшской дистанции пути решили провести акцию и напомнить водителям, как нужно вести себя на таком участке дороги. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья вам и вашей семье. И к вам обращаемся с призывом. Будьте внимательны на железнодорожных переездах, соблюдайте правила, чтобы все было хорошо и в этом уходящем году, и в будущем. Всего же за 2012 год на сети железных дорог допущено 252 нарушения, в результате которых пострадали 180 человек, 57 погибли. Лишь только за декабрь этого года произошло 20 случаев ДТП.